Всем привет! Сегодня 13 ноября, законный мой выходной, и я наконец-то дома. Вы на канале «Мы сами рисуем свой мир». Я все хочу составить меню на Новый год, выбрать блюдо. И одно из блюд у меня будет с маком. Ну, совершенно недавно узнала, что, оказывается, есть готовая маковая начинка. У меня на канале есть, как я готовлю маковую начинку. Но это столько времени занимает. И морочиться надо. Зачем? Вот готовая маковая начинка. Мы заказали на Озоне. 900 грамм, 500 с чем-то рублей. Вообще готовая. Открываешь, и можно в рулеты там. Торты, да, ну, во что захотите, туда и кладите. Я вот, например, сегодня тоже буду готовить, я вам покажу попозже. Тоже с маком. Применяю лаваш. Попробую, понравится, сделаю на Новый год. Так, еще я хотела вам показать винегрет на новый лад. Ну, как на новый? Ну, я его лет 35 назад попробовала. Как-то была в Москве проездом и купила готовый салат. Это так было давно. Вот, и он мне понравился. Вообще понравился. Я его время от времени готовлю. Простой винегрет. Так, что еще? И вчера после работы заехали мы в Чижик. Я сделала небольшой обзор. Может, кому и пригодится. Вот. А что еще? Вот и все. Ну, хотела вам напомнить, что у нас все хорошо. Давно я такое не делала. Все хорошо. У меня и у вас. Жизнь чудесная и прекрасна. Пошлите рисовать мое утро. Этот винегрет, когда я его покупала, назывался еврейский. Не знаю, пусть он так и останется. Для этого ингредиенты такие же, как на винегрет. Квашеная капуста, свекла, морковь, картофель. Все порезать. Дальше. Куриная грудка. В данном случае у меня копченая. Я сама коптила пару дней назад. И огурчики маринованные. Тоже собственное приготовление. Это я хвастаюсь. Мясо можно любое. Нарезать. Дальше идет горошек.
Вот бондюэль, горошек бондюэль, перчик и майонез. Все перемешиваем. А вот и винегрет. Я не стала майонез в миску большую добавлять. Смешала для себя. Я теперь поняла, почему мне он так понравился. Такой вкусный. Пробуйте. Может быть, и вам понравится. Зашли мы в Чижик. Сейчас сделаем небольшой обзор. Нашла рулет с маковой начинкой. Пишут: без искусственных красителей, синтетики, Москва. Надо взять на заметку. Ну вот всяческие печеньки с глазурью, без. Шоколадные, заварные, какие-то особые. Я считаю, на наше время. Я считаю, на наше время совсем недорого. Сухарики с изюмом. Так, видишь, тарталетки клубничные. В общем, цены-то такие, да, недорого. Торт тоже почти даром. Орео. Вот сливы сушеные. Я смотрела, без косточек. Качество вроде ничего. Взять что ли? Наверное, я возьму. Мини-мафин. 99 рублей. Вот конфеты коробка. Росфронт. Очень вкусные. Тоже, мне кажется, недорого. А вот и карамель для любителей. Всего 99 рублей. Клубника, апельсин, лимон, мята. 99 рублей. Пол килограмма. Горошек бондюэль. 99 рублей. 400 грамм. Столько же стоит и кукуруза. А я в Кировском горошек взяла дороже. Ну ладно. А вот гринола, кукуруза и горошек вообще 54. Так, огурцы. Огурцы. Ну, это мне не актуально. Картина. Возьми еще красную фасоль, пожалуйста. Красную фасоль. Да. Одну. Фасоль. Красная. Белая. Все четыре дьяволы. А это что? Неочищенные в томатном соке.
А вот и еще по 99 тоже. Обалдеть. Шампиньоны. Огурцы. Капуста. Картошка вообще не подходит. Пылесос Скарлетт беспроводной. Что-то уже больно дешево. Аудиосистема, портативная колонка. На подарок мне даже пишут. Подарок. Как вариант. Вот идея для подарка. И нарядненько так, новогодненько. Вибромассажер. Уже 200 рублей. Вешалка. Подвесная на дверь. Термобелье 600 рублей разных цветов. Это черный есть, красный. Носки какие-то такие оригинальные. Пижама 46-52. Возьму-ка я себе, наверное, пижаму. А то мне за лето все пижамы истаскали. Стою в пижаме и наоборот. За 400 рублей. Первый сорт. Девочки, за 349 рублей вот такие штанишки. Такие с начесиками для дома. Форма для выпечки 199 даром. Вот, покажи. Покажи. Девочки, кастрюли с толстым дном. 2,3 литра 600 рублей. Прям тяжеленная такая. И вот 3,2 700 рублей. А 4,5 литра. Ой, 4,2 900 рублей. Ой, сковородочка. Чокопай. Манго.